Детский смех, розовые от мороза щеки, улыбки, танцы и спортивный азарт. Команда аниматоров приготовили для детей и взрослых развлекательно-познавательную новогоднюю программу. В атмосферу новогодних праздников одни из первых погрузились воспитанники Верхнетагильского дома и ребята из Благого дела. А встретил их гостеприимный каприоль. Снегурочка с помощниками, снеговиком и пингвином провели музыкальную разминку и новогодние конкурсы. Не попасть под сосульки, преодолеть снежные преграды, показать ловкость и быстроту – всем участникам это удалось. Яркое впечатление произвело эффектное появление Деда Мороза, который по традиции приехал в гости на упряжке, запряженной северным оленем. Ребята собственноручно украсили пушистую красавицу яблоками и морковкой, приманивая на удачу в гости символ 2019 года – поросенка. И какой Новый год без хоровода и любимой песни «В лесу родилась елочка». Нас приехало 15 человек, понравилась организация, девочки все веселые, снеговики, шустрые, организованные. Дед Мороз шикарный. В общем, все нам понравилось. Отметим, что мероприятие это благотворительное. Площадка предоставлена клубом «Каприоль», а развлекательную программу провела команда аниматоров в студии праздника «Bubblegum». Мы в том году также проводили для этих же ребят. Каждый год проводим, чтобы они радовались, веселились, улыбались. Мы счастливы, они счастливы. Так что такой вот у нас всегда праздники счастливые. С Новым годом! Новогоднее настроение. Ну, соответственно, хорошо погулять. Каникулы в новогодние. Ходите в лес, катайтесь на санках, катайтесь на лыжах, коньках, играйте в снежки, радуйтесь жизни. Мне все понравилось, особенно, что Дед Мороз пушистый. Катали на льдянках. Вообще праздник на улице и проложить через трубу. Я чуть шапку не потеряла. Придут, бегают. Много подвижных игр было. А настроение у вас теперь какое? Веселое, радостное, теплое. Незабываемые впечатления получили ребята от катания на лошадях. Кто-то делал это впервые, и особое удовольствие от общения с братьями нашими меньшими. Их покормили и погладили. Мы хотим поблагодарить клуб «Каприоль». Это просто суперклуб, который должен быть на этом месте, оставаться всегда. Мы его очень любим. Он дает всегда такой позитив, счастье нашим детям. Это праздник, это свежий воздух, это настроение, это... прививает любовь к животным. Вот это вот ответственность. Поэтому это всегда должно быть. И мы только за то, чтобы клуб здесь был. Свежий воздух, веселая анимация, доброжелательная атмосфера клуба и целый зоопарк зверей. Мероприятие получилось по-семейному теплым и радостным. Мария Антонова, Антон Пылаев. Объектив «Итоги».